Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем проходить игру Грей. Мы находимся в госпитале, где кроме нас лишь кровь, мучения, страдания и страшные бабайки. В предыдущей серии мы осмотрели первый этаж, но кроме этого мы побывали вообще в страшном темном месте. Мы расследуем историю своей семьи, по итогам открываются множество интересных моментов. 65206. Это где нам может пригодиться? 65206. Лучше бы не забыть это, да? Потому что у меня память вообще короткая. 65206. Как бы там ни было, место наихреновейшее. 65206. О, это путь на третий этаж. И здесь у нас уже... Да твою мать, ну... Что с тобой не так? 65206. Что нам это все дает? Пока что по-прежнему исследуем этот, как вы видите, крайне приятное и гостеприимное место, которое нас продолжает радовать своими добрейшими обитателями. Ну и в итоге мы попадаем туда же. Может, мне на этот же кодовый замок нужно ввести еще раз только? В этот раз 65206. Нет. Чего же этот код, интересно? Ну ладно, пойдемте на третий этаж. Там в архивах должны быть записи по нашему отцу, который, судя по всему, сидел в отдельной камере ввиду своей опасности, совершил жестокое убийство. Не самый, в общем, примерный папаша был. Так, тут ничего не открывается, понятно. Тут что-то совсем плохое. Да, блин, я тебя не вижу. Кое-как. Прям-таки Борис, хрен попадешь. Что здесь, стройка, что ли, была? Или пожар? Твою мать, твою мать. Ну, видите, неприятные твари какие, да? Где ты? Где ты? Приходится терять частичку жизни на них. Патроны на них тратить, потому что жалко. Но тем не менее, от чего же этот пароль был? 65206. В тот момент, когда я его уже забуду, минут через 5, обязательно вылезет и придется назад пилить. Как обычно у меня бывает. Кстати, хочу отметить сразу, что вот игра уже на поздних этапах далеко не так сильно пугает, как в начале. Крайофир, он от начала до конца был до усрачки страшным. А сейчас дают вдоволь патронов. Ну, то есть мрачно, поймите правильно, вот в таком месте я бы ни за что в жизни не хотел оказаться. Даже там с пулеметом и на танке. Но поначалу-то вообще кошмар просто был. А сейчас 65206. They must have moved everything to the basement during construction. Они все должно быть переместили в подвал во время стройки этой. Есть кто? Вроде нет никого, да? Я надеюсь, у вас есть лифт, потому что назад сейчас так долго пилить.
Это что? Что бы это могло быть? Ну ладно. Месячный план. План обновить третий этаж. Почистить, вернее, обновить провода в комнатах со сложной машинерией. Это главный приоритет. Короче, они перевезли все машины рентгеновские и другие тяжелые. Короче, понятно, это такая наработка. Ничего особо важного для нас нет. Ладно, придется возвращаться. Так, отсюда я пришел. Да, все, больше тут ничего. И слава богу, мне не нравится это место. Я, правда, так и не помню, для чего это 65206. Возможно, в подвале пригодится. Так, сейчас надо быть осторожным, потому что, возможно, по новой появились бабайки тут. Да вроде тихо, да? А где у нас подвал? Как нам в подвал попасть? Тоже тот еще вопрос. Первый этаж, хорошо. Кладовая. В кладовой у нас мощные колонки обитаются. Я, честно говоря, не помню, что тут где-то была комната, ведущая в подвал, поэтому давайте по-быстрому все осмотримся, а потом... Так, может, одна из этих дверей открылась? Вот эта была закрыта, допустим. Она и так закрыта. Так, подожди. Никаких надписей. Видимо, когда я пройду чуть подальше, выломают. Было у нас уже такое просто. Кладовая, тут ничего. Не поддается. Или просто надписи куда-то делись. Не знаю. Так, ну тут мы были. Я даже не знаю, так, куда идти. На выход, возможно. Выхода вообще нет. Так, ладно, давайте тогда аккуратненько как-то пробираться, что ли, обратно. Я даже не знаю. Там просто выхода никакого вроде не было. Может, там что? Да нет. В аптеке больше ничего, к сожалению. А мне бы еще не помешало подлечиться чуть-чуть. Так, ладно. 65206. Это мне так не пригодится, похоже. Я не знаю, но вывод остается один. То есть где-то на третьем этаже, хотя вроде как все обсмотрели там, но учитывая мою внимательность, наверное, то, что на самом виду было, мы и пропустили. Как же мне попасть в подвал-то тогда? Давайте все осматривать по порядку. Допустим, тут у нас не открывается. Здесь у нас вообще не поддается. Кстати, что это мы подобрали за вещичку такую? Ничего не показалось. Ну, вот тут мы были.
нас тоже ничего. Да пусто же тут, нет? Ну, не знаю, ребята, что бы это могло значить. Я просто вообще не понимаю, где сам путь может быть в подвал. На третьем этаже, мне кажется, его быть не может. Потому что это же все-таки третий этаж. Почитать по новой я это тоже не могу. Вон оно что. Понятно. Нам все-таки нужно вниз. Там написано дыра в, то есть, в помещении складском. То есть в кладовке. Как раз на первом этаже, где мы были, где там колонка лежала, да? Нужно быть внимательным в этой игре. Только так. Никак иначе. Хорошо, вот мы тут. Тут в полу дыра или не тут? Да-да-да. Вот и поди догадайся, если не читать записки. Ну-ка, этим получится. Ой, какой приятный спуск. Уже хочется прям туда спуститься, верно? Ой, я не хочу. Ну, это же сразу очевидная плохая идея. Ну, я даже дна не вижу, но... Информацию, которую нашел, была неожиданной. Мать привела меня в госпиталь, где отец однажды был, то есть содержался и разумом, и телом. Его безумие, как они называют, не позволяло ему жить нормальной жизнью. Госпиталь... Короче, очень было такое гнетущее место, в котором содержались сотни потерянных душ. Понятно. Ой, только не... Ладно, успел убить. Вот он опасен, если вы помните. Он просто сносит жизнь. Так. Ну опять вы, да? Ай, твою мать. Твою мать, что ж такое-то? Маски. Ненавижу маски. Я все ненавижу. И манекенов, и маски, и кукол. Все что угодно. Неудивительно, что они хотели закрыть эту зону. Да, тут я с тобой согласен. Какой-то лаз. Понятно, запомним, что сюда можно пройти, потому что, мне кажется, там еще хватает мест, которые следовало бы посетить. Офигеть, это что такое? Ёлки. Твою мать. Сохраняемся нафиг. Вот, уже не зря сходили. Так, контроль дверей. Контроль света не дают.
Вот двери дают. Так, первый провод идет. Так. Второй провод. Идет вот так. Третий провод идет. Так. Четвертый провод идет. Так. Пятый. Так, шестой. Так, ну и седьмой, соответственно, вот так. Отлично. Это было просто, по сути. Что это нам дало? По сути, это нам ничего не дало пока что. Но вроде как... Мы не зря этим занялись, да? Ой. Слава богу. Какое стрёмное место. Отлично, уже хорошо. Ой, нет, ну. А, блин, тебя хрен попадешь. Там еще что ли? Так, давайте сохранимся. Куда я иду вообще? Я не знаю, честно говоря, пока. Ничего особо хорошего мы тут не нашли, да? Склад. 6-5-2-0-6. 6-2-5-0-6. Я не помню. Приехали, бляха-муха. Шесть пять ноль два шесть. Не помню. Уже забыл. Может, вообще сюда не тот код нужен. По-моему, 6-2-5-0-6. Так, ну ладно. Тут мы включили это. Тут у нас кровище. И сюда мы, по идее, должны идти, вроде как я понимаю. Ох, я чувствую, сейчас что-то будет. Закрыто. Допустим. Огнестрел решает, детка. Батарейки — это неплохо. Опять бойлерная какая-то. Какой же I hope I can find where they move the files to. Надеюсь, я смогу найти. Я надеюсь, говорит, я смогу найти эти файлы. Ей голос говорит, ты найдешь свои ответы, все будет хорошо. Хочется надеяться, но верится с трудом, как говорится. Ладно.
Не сказать, что прям очень чисто прошло. Вот у меня что есть, давно не использовал. Какой же длинный собака коридора. Опять эта комната. Я сейчас возьму эти бумаги, что-то произойдет, но файлы, они вот, вот они. Прости, я должна была это сделать. Что сделать? Не-не-не-не-не-не. Тихо, дорогой. Ты в безопасности. В безопасности. Все будет хорошо. Фу. Ну все, судя по всему. Я так понимаю, это опять одна из концовок. И, судя по всему, не самая хорошая, да? Ну, надо сказать, что мод очень крутой. Далеко не такой крутой, как Cryofear или Nightmare House. Но где-то очень рядом, очень близко. То есть при прохождении очень часто испытывал очень сильный страх. Так что, блин, зачет, очень круто было, по-моему. Я не знаю, мне кажется, что в конце вот этот, если бы мы код этот ввели, ну, я вроде правильно же его ввел, нет? То, возможно, что-то бы изменилось. Но там еще по ходу действий было много развилок, которые, судя по всему, по-разному повлияли на развитие сюжета. Но как бы там ни было, надеюсь, вам понравилось это прохождение. Оно было такое депрессивно-мрачное, но вот именно таких хорроров на канале не было довольно давно. Просто потому, что они редко выходят. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующих прохождениях. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.